Друзья, всем привет, с вами Павел. Приехал на встречу всех русскоязычных иммигрантов. А тут увидел такое чудо. В США люди приехали на пикник, да, со своим собственным самоваром. Меня это реально очень удивило. Решил с этого начать видео. То есть, ну, в чужой монастырь со своим самоваром, да, или на отдых. Прикольно. Вот, сейчас пойду сделаю видео. Может быть, узнаете кого-то, да. Мне вдруг стало интересно, да, съездить, посмотреть, что это за мероприятие. Я до этого был. Прикольно. Здесь люди общаются в основном по интересу, по своим, да. Происходит это так. В самом начале выстраивается такой круг. Ну и люди говорят, я такой-то, такой-то приехал тогда-то, тогда-то. Ну, в общем, о себе рассказывают, делятся информацией. Потом они находят друг друга и общаются. Вот. Для меня это тоже было полезным. Я нашел пару стоматологов здесь, с кем у меня уже есть деловые контакты. Ну, в общем, просто общаться, помогать друг другу. Это очень важно. Пестро. Вот. Снимем видео. Сейчас я покажу, что и все. Что и как тут. Проходит это в парке Wolf Pound. Да, Волчий пруд, по-моему, так это переводится. Вот. В Staten Island. Вот здесь. Вот вся тусня вот здесь. Вся тусовка, вот она. Люди кушают, общаются, выпивают, жарят шашлыки. Вот, здесь такая прикольная детская площадка. Кто приехал с детьми, нет проблем их туда отдать. Я, кстати, приехал с детьми, и меня это сильно не напрягает. Дети просто пошли на площадку, они играются, а я общаюсь с людьми. Нормально? Вот. Покажу детскую площадку. Извините за, опять же, не самую лучшую стабилизацию. Снимаю, чем есть, своим собственным телефоном. Вот площадочка. Дети играют. Так что это не напряжно. Вот. Покажу. Вот народ. Сам тут общается, опять же, много людей. У меня тут небольшой свой столик. Так все это выглядит тут. Мы зайдем отсюда. Да, народ общается. Все по интересам, кому что, делятся опытом. Кстати, очень полезно для тех, у кого нет гражданства, кто пытается получить грин-карт, политубежище. А вот это здесь очень много полезной информации для людей. И они создали форум специальный. Можете, я сейчас забыл название, прямо сейчас не скажу. Зайдите на сайт Андрея, Иммигрант Видео, там вы точно увидите, узнаете о нем много чего интересного и полезного. Вот. Вот так все это происходит. Здесь. Вот мой столик. Да. Я тут выложил свои лупы. Людям интересно. В общем, все. С вами был Павел. До новых встреч. Всего хорошего.